Здесь ответ следующий. Надо обязательно следить за тем, что я делаю. То есть смотреть видео, которое я записываю, где я рассказываю, кто сколько зарабатывает, потому что ну, я в индустрии, я со всеми общаюсь, я постоянно задаю вопросы эти, постоянно узнаю какие-то новые кейсы. Много кейсов из акселератора приходит, соответственно, вижу кейсы в Бразилии, Испании, Америке, Франции там, и других странах. И надо наблюдать за теми моментами, когда я записываю видео о том, ну, где какие деньги. И можно прийти просто ну, на какую-то встречу со мной, там мы делаем лайвы раз в месяц, и задать вопрос, там, а вот в этой индустрии много денег или нет. И я, возможно, буду знать какой-то кейс, ну, который я вам просто расскажу, и вы ну, примерно поймете, там, ну, много там игроков или нет. Другие способы, ну, находить такие же, как я, ходить на конференции, там, изучать и так далее. Есть еще способ, можно купить курс. Можно купить у кого-нибудь курс, там, загуглить, типа, там, как научиться рисовать и посмотреть разных конкурентов, и там, сделать себе списочек с ними, со всеми пообщаться, спросить у них, там, почему вы считаете себя лидером, почему надо идти именно к вам, там, и так далее, как бы взвесить все за и против, там, и купить какой-нибудь курс, купить, ну, реально лидеры, посмотреть, сколько людей в группе. Ну, это вариант. В принципе, да, то есть, ну, не всегда понятно, там, реально они делают деньги, нереально, там, бесплатненькие, не бесплатненькие, можно купить курс, где не очень много людей, да, то есть, ну, это определенные затраты, это определенное время, поэтому, ну, вот, можете просто следить за нами и вовремя задать вопрос, там, много ли вы денег в этой индустрии, скорее всего, я это буду знать. Но если даже я, например, этого не знаю, то вот, в принципе, можно такой вариант сделать, то есть, просто сделать себе топ-10 школ в этой индустрии, ну, самому их найти через Google и где-то купить, посмотреть, сколько людей обучается. Можно устроиться там на работу или там можно какого-нибудь своего друга устроить туда на работу, и чтобы он добыл какую-то информацию оттуда. Ну, то есть разные методы есть, и, в принципе, ну, можно действовать вот так. Можно также проанализировать, сколько в WordStat есть ключевых слов, можно проанализировать группы ВКонтакте, сколько там человек, да, вот, ну, по этой тематике найти там, например, по какой-нибудь школе гитары, найти там группу во ВКонтакте, посмотреть, много там людей или немного там. Можно этим людям написать и спросить там, а где вы обучаетесь или у кого вы обучались там, и так далее. То есть, ну, это все, в принципе, ну, определенный такой research, мы его достаточно подробно рассматриваем уже в акселераторе. Поэтому приходите к нам, и уже полностью разберем такой некий конкурентный анализ ниши. Если вам понравилось это видео, то приходите на наш бесплатный онлайн-мастер-класс «Как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта». Кликайте по ссылочке.